Всех приветствую. Обещал выйти в 4 часа по Москве в стрим. Кстати, да, я сегодня в стриме был, рассказывал про Химпром, про Щедилу, про наркобарона, мексиканца, про Домбровского. И забыл рассказать вам, что вот этот наркобарон сейчас щемит Домбровского, угрожает его семье, ему самому. И кинул на разговор, конференц-связь с Домбровским, этот наркобарон, вора Тенго. В комментариях пишут, что это какой-то вор молодой, Тенго молодой. В общем, этот вор, и Домбровский его называет вором, и этот наркобарон называет его вором. В общем, и этот Тенго сам про себя говорит, что он вор. В общем, он вор, в принципе, вор, называет себя, ну, какой-то человек называет себя вором, Тенго. Он очень лестно отзывается о матери Стасика Домбровского. Также он рассказывает, что вот этот барыга Буркин, это он называет его братом своим. Вор может называть братом только другого вора. Вот, он называет его своим братом, значит, что этот наркобарон брат. В общем, подпрягается за наркобарона, говорит, что Стасик Домбровский своим видео нанес ущерб его брату, этому Буркину, Левченко, Буркин, Левченко, вот, нанес урон своим видео. И он за это ответит, и, в общем, его найдут, этого Домбровского. Домбровский испугался, начал отмазываться, снимать еще ролики, побежал к Щадиле, чтобы Щадила его как-то, наверное, вместе противостоять этому наркобарону, вместе с вором Тенго. Но, ну, что-то удивительного здесь, я не знаю. Для меня ничего здесь удивительного нету, что какие-то там с кавказским акцентом какой-то Мика Муравей, там многие называют его Мика Муравей, вот, рассказывает, что он впрекся за, Сева, привет, впрекся за этого. Вот. Многие будут мне говорить, что где воры, а где барыга, такого не может быть. И этот Тенго, он не вор. Там многие писали, что его раскороновали, это не вор. Некоторые, ну там много всяких теорий, вор этот человек или не вор, никто так и не понял. Вот. Ну он себя называет вором, этот Домбровский его тоже называет вором, потом в других сообщениях Домбровский рассказывает, что у этого наркобарона друг вор. Вот. В общем, связи очень огромные у этого наркобарона и в ментовской сфере, и в воровской. Очень караул. Вот я вот всю ночь сидел, Мику бил Щадила. Ну да, Мика Муравей был такой. Что творится, вот я вот целую ночь сидел, смотрел, слушал, пересматривал эти все видеозаписи, Андрей Щедило канал, Стас Домбровский, еще какие-то пару каналов, где вырезки из разных телефонных разговоров, из разных стримов Щедило и так далее выкладывает. В общем, много-много посмотрел, я в шоке. Воры с барыгами щемят Домбровского. Домбровский говорит, его спрашивают на стриме, за что ты посадил Щедилу? И Домбровский говорит, я не сажал Щедилу, я его спас, его могли убить. А из-за того, что я его посадил в тюрьму, вот, его не смогли дотянуться до него, чтобы его убить. А сейчас его освободили на волю, отправили его, и теперь его убьют. Вот, как бы в тюрьме он сидел, его не могли убить. Андрюха, привет. В тюрьме он сидел, его не могли убить, а вот сейчас он на воле, сейчас его убьют. За что, я так и не понял, наверное, за 50 тысяч евро, которые он
забрал у барыги. Походу хочет, чтобы опять Мику побил Щадила. Ну, там, я не знаю, что там за Мика Муравей, но он представляется Тенго. Теперь не Мика Муравей, а Тенго. Вот. Щадило бодр духом, скрывается там по каким-то съемным хатам, шифруется, но на стрим пока не выходит, говорит, я решу свои вопросы, потом буду на стрим выходить. Вот, Делюгу, говорит, эту решу. Все, мне кажется, это какой-то наигранный спектакль. Наигранный спектакль, с одной стороны. С другой стороны, и Шари про это говорит. Ну, такие деньги, как 2 миллиона заплатить за вот эту компанию. Ага, в тюрьме тоже могли убить Щадил. Ну да, там же убили этого другого заемщика, у этого барыги, который миллион у него взял, тоже кинул его. Ну, как бы барыгу кидать нормально, да, по преступной жизни криминальной, барыгу кидать нормально. Но многие там, я видел несколько человек, пишут, наверное, это боты от этого Егора, барыгу, барыга Егор Буркин. Вот, его оттуда пришли, наверное, пишут, отдай ему деньги, это полдела, помирись с ним. В общем, очень много разной непонятной для меня история такая мутная. И Домбровский там зуб на Щадилу точил, там они же собирались драться, там боксироваться друг с другом на камеру. А что сейчас происходит? Домбровский звонит Щадиле, предлагает работу, дружит с ним, подкидывает ему работу, непонятно. В общем, Щадила рассказывает, что этот Буркин очень плохо общается. Там, ну, на самом деле, он записал видео, показывал Щадила эти видео, где этот Буркин материт Щадилу, оскорбляет его, там, как только не обзывает его. Проходится по его родственникам, по матери, там, ну, короче, угрожает и так далее. На что Домбровский отвечает, что он к этому привык, это такой человек, у него такой темперамент, и Домбровский к этому привык. Павел, привет. И как бы, ну, привык он к этому, он деньги с него берет за пиар-компанию «Посади барыгу». И Домбровскому похрену, оскорбляет он, не оскорбляет, главное, чтобы деньги платил. У Щадила есть хата от родителей в Киеве, могут там его достать. Адрес все, кому не лень, известны. Без понятия насчет Щадилы какие-то. Я видел, что Щадили, когда он отказался рекламировать наркомагазины, ему прислали видео, неизвестный источник прислал ему видео, на котором залезли к нему домой, в частный дом, и подожгли. Потом он показывал уже сгоревшую комнату в этом доме. Ну, он до этого этот дом показывал, они там ремонт делал. Привет с Байкала, чату с Байкала. Привет, приветствую. Байкалу привет. Помните, он как-то показывал этот дом, он купил, начал там ремонт делать, что-то там отделывал, отделку какую-то делал, еще с девчонкой с какой-то приезжал, там показывал, ходили они там, типа, заработал деньги на YouTube, и вот дом себе строит. И вот этот дом зажгли. Я что-то и не понял, что там с вольтом, который апгрейд. Я не знаю, что с Вальтом, который апгрейд, без понятия вообще. Валет — это ютубный вор, а апгрейд — ютубный попрошайка. Это разные люди. Ну, может, и Валет, который апгрейд, может, с ним что-то и... Не знаю, апгрейд удалил канал, Валет не выходит в эфир. Наверное, закончились темы для разговора. Может быть, в больнице. Не знаю, я ему не звонил. Неинтересно мне они. Вот сейчас вот мне интересен Щадила. Щадила, вот этот наркобарон, химпром,
поставляет соли в Россию специально. Он говорит, я за Украину поставляю соли в Россию, чтобы российские мужики, девушки умирали. Я таким образом борюсь с Россией. Как бы он патриот Украины. И вот он таким образом борется с Россией, вот этот наркобарон. И Щидило говорит, мне вообще посрать, в Россию ты, в Украину поставляешь или еще куда-то поставляешь, вот, без понятия, куда ты поставляешь. Вот. Главное, что ты люди человеческие губишь своими наркотиками, производством своим, и поэтому ты черт, пошел ты на, обозвал его там 3 раза на всякие разные словечки. Что ты вдруг за петухов? Я не знаю, кто петух. Если ты считаешь, что Щидило петух, то ты сам по натуре петух. Если человек на камеру объявление, что он, блядь, этот, что он не будет колоться, если он будет колоться, то он петух, блядь, то это все херня. Вы не видели наркоманов. Вообще, блядь, жизни не видели. Это все такая чушь, блядь. В жопу его никто не трахал, поэтому он не петух. А все вот эти словечки, блядь, клянусь мамой, больше я не буду, не колоться, это все чушь. То, что он целовался с бабой, которая там члены сосала или еще что-то, это все детский лепет. Вы все целовались с бабами, которые член сосали. Вот поэтому мы что, все петухи, что ли, блядь? Могут до дочки и бывшей его сожительницы, проститутки, подкатить и начать им угрожать. Ущадило ведь от Едвиги ребенок. Я не знаю, есть ли у него от Едвиги ребенок. Кого-то там, какую-то девчонку вчера арестовали. Не помню как. Да, видели мы наркоманов. Один сейчас стрим ведет как раз. Я не наркоман, это раз. Ты видел, чтобы я кололся? Видел, чтобы я употреблял, блядь? Вот ты просто пиздобол, хейтер, и все, блядь. То, что вам говорят, почему вы верите то, что вам говорят? Я вот это вообще не понимаю. Как можно сейчас в наше время фейков, время вранья с утра до вечера, чему-то верить? Я вот это вообще не понимаю. Как можно чему-то верить? Верить даже своим глазам уже, блядь, уже своим глазам веры нету. Сейчас вот я посмотрел искусственный интеллект. Искусственный интеллект, наркоманов нету веры. Искусственный, некоторые не только целовались, а даже лизали. Ну, наверное, хейтер, ты лизал, это 100%. Дядя Слава, говорят, умер. Да, умер вчера вечером, дядя Слава умер. Дед, не в обиду, нету бывших наркоманов. Я не знаю, я, блядь, ни разу не пробовал, блядь, даже сигареты не пробовал. Не знаю, что там, есть бывший или нет. Всем по приветику от нашего буфета. В общем, даже своим глазам уже верить нельзя. Сейчас искусственный интеллект сделал так, что голос подделывает, Женя подделывает. Телефонные мошенники сейчас могут твоим голосом позвонить твоим родственникам, даже на видеосвязь выйти, твое лицо подделать, как будто это ты разговариваешь. Все сейчас можно подделать. Вот. Поэтому даже своим глазам уже верить нельзя, ушам нельзя верить. Вот, они, блядь, они верят в то, что им говорят в Ютубе, блядь, я вообще в шоке, конечно, это такими дегенератами будет, чтобы верить, что им говорят в Ютубе. Всем привет и хорошее настроение, привет, Мари. Ну, вот, как это, даже Севу подделали Анну. Дед, приходи на чай, спасибо. Да, даже Севу подделывали он, Анна Соловьева здесь есть. То есть тебе тоже не надо верить, дед. Конечно, блядь, мне в первую очередь, блядь. Почему вы думаете, что люди, я понимаю, там историки, да, там сидят историки и рассказывают. Петр I в 1800 каком-то году прорубил окно в Европу и давай рассказывай, там Николай II, кровавое воскресенье и т.д. и т.п. И то им веры нету, потому что один историк одно рассказывает, второй историк другой, они между собой спорят, и где истина, и они не могут определиться. А тут тюремные блогеры рассказывают, блядь, про какую-то тюрьму, блядь, тюряшку, блатные, красные, черные, блядь, всякую хуйню, блядь.
рассказывает, блядь, вешает лапшу на уши, блядь. Один там ходит и рассказывает, что у него сын больной, блядь, дайте денег. Третий рассказывает, блядь, что он, блядь, козлом хорошим все делает, я про Реутова. Миша Плюшка тоже рассказывает, что он бухарик, блядь. В общем, все все рассказывают такую хуйню, блядь. Вот, и все, блядь. А, блядь, веслоухие, блядь, такие, блядь, верят, блядь, пиздец, блядь. За какого Мику речь идет? И, ну, был такой Мика Муравей, я не помню, с какого он года, там, при ранении и так далее. Ну, и еще одна причина, то, что при смерти такого воина берут экспертизу, узнают, что в его крови есть наркотик, и на, исходя из этого, по законодательству Украины, родственникам не выплачивается пособие по смерти кормильца. Вот. Есть вот такой дядька, Мику Молдаван, да, за дубаком хавал это как? За дубаком хавал это как? Что за дубаком хавал? В общем, был, я один раз на стриме оговорился, вместо дубок сказал дубак, блядь. Вместо дубак сказал дубок. Ну что-то такое было, блядь. Ну, стол общак, блядь, да. Дубак назвал, наверное. Не дубок, а дубак. А дубак, дубака, блядь, который охраняет, блядь, назвал дубок. Ну, что-то такое было, блядь. Дубак, дубок. И вот, блядь, дети имбецилов, вот, хейтер Морганы, вот они вот этот. Короче, начали вот приставать к этому дубак, мубак. Книгу прослушал Ивана Миронова, которого посадили за покушение на Чубайса. Лютая тема. Там за Московский Централ описывается просто жесть, что там было в 2010 году. 2010 год. Мне было 30 лет. Что там было-то? Московский Централ. Какой Московский Централ? Московских Централов много. Вот. Что там было? Жесть, что там, все время московские централы черные, там кайф сидеть, да по сей день там хорошо сидят пацаны. Ну, в смысле, сидеть вообще нехорошо, но там нормально, черный ход везде, там дороги, связь, все есть, хоть что хочешь, то и кушай, хочешь черную икру, хочешь красную, вот, что там было в 2010 году, в 2010 году тоже так было, в 2005 году, вообще шоколад был. Вот. Ну, как-то так. Где? Бутырка, Матроска, что там? Где там? Какой Централ? В 10-м, диван. Так дед еще газовал до упора, что дубак это стол. Ну дубок, блядь, дубак, тебе какая похеру разница, блядь, хейтер, блядь, я не понимаю, ты что, хочешь меня поймать, блядь, что я не знаю, что такое дубок, а что такое дубак, блядь, ну ты, блядь, идиот просто, вот я не знаю, блядь, да и разница какая, знаю я это или не знаю, тебе-то какое дело, блядь, вообще, не понимаю, ты хочешь что здесь, умным прославиться, вот, блядь, дед не знает, что такое дубок, а я знаю, что дубок это стол, блядь. Вот, в камере, вот я знаю, а вот дед не знает. Давайте будем теперь неделю, блядь, два месяца рассказывать, что дед не знает, что такое дубок. Ха-ха-ха, блядь. Что это, блядь, смешно, блядь. Серега, никому не интересно слушать за политику. Если тебе не интересно слушать за тюрьму, можешь отписаться. Тебя тут никто не делает. О, Сева-Сева, понял. Такой наехал на пацана. Контингент отписывает... Описывает, с кем сидел, даже про типа, которого посадили, что детей воскресал, Беслана и прочих, что детей расстрелял в Беслане, который, они же там отдельно сидели, которые расстреляли, Матросская тишина и Лефортово, ну да, я напротив Лефортово жил, кстати, не помню, ну недолго, напротив Лефортово прям жил, вот. Как-то давно это было. Ну, контингент, блядь, везде одинаковый контингент. Ну, может быть, жесть, не знаю. Что, ты в тюрьму попал, кого ты там хотел увидеть? Балерин, блядь, этих и профессоров. Там и профессоры бывают.
даже там бабушку зарезал свою, приревновал, вот и заехал по пьяни профессор. Так что, ну там все есть, ну большинство, конечно, необразованные хулиганы, скажем так. Кто там может сидеть? Хулиганы, беспризорники, мама, папа пьет, наркоманы, вот, и они пошли по этому. Мику не Федот звать, Петя, если память не подводит. Мика Молдаван, Петя. С детства, блин, за Молдаван. А, ну здесь же присутствует. Да, что-то Федот у меня был, знакомый Федот, ну, тоже хороший человек, там тоже отсиженных у него очень-очень много. Вот. Он был наркоман, и в нем сочеталось две вещи. Он был почетный донор Российской Федерации, он еще из СССР был, он почетный донор СССР был, потом почетный донор Российской Федерации, вот, и плюс и наркоман. Вот. Ну, ты должен, чтобы почетным донором быть, надо сдавать кровь. Там часто надо сдавать кровь. Как он сдавал кровь часто, если он постоянно там в этой крови ханка существовала с утра до вечера. Ну, как-то он становился почетным донором. Правда, говорят, что напротив и возле Бутырки жить невозможно. Страшные сны снятся. Людям кажется, что кто-то у них в квартире и так далее. Нет, это все вранье, дело не в Бутырке, это психология, наверное. Но это надо у Сереги Мороза спросить, он там рядышком живет с Бутыркой, что ему там снится. Нет, я вот, в общем, я в одной квартире жил, в одной комнате спал. Там двухкомнатная квартира была, в одной комнате спал. И мне рассказывали, что там гроб стоял. Там гроб стоял, когда... В общем, умерла бабушка, хозяйка, и что-то этот гроб долго там стоял. Не знаю, не могли похоронить или что-то такое, короче. Долго гроб стоял. И, в общем, там вот эта женщина, которая сдавала мне эту комнату, она рассказывала, что она не может в этой комнате спать, потому что что-то ей там снится, там и все. Мику Петя, парни очень хорошо за него всегда. Вот. Я не знаю Мику Молдавана. Может, слышал, без понятия. Да. И, в общем, я помню, что я спал там, но это уже прошло время. Не знаю, приснилось мне, не приснилось. Ну, в общем, это такое ночью проснулся от того, что на меня кто-то смотрит. Я глаза боюсь открывать глаза, кто-то смотрит. Так я лежу, мне кажется, здесь за спиной стоит кто-то и смотрит. Блин. И вот я тут не помню, или я открыл глаза, увидел маленького такого, ну типа этот, домовой там с бородой, короче, вот. Или мне сквозь глаза показалось, что вот такой там стоял, вот это я уже не помню, давно было. Как арестант он сильный, это есть, как арестант, блин, нашли, пей, Мику Молдавана, да? Любой человек с Молдавии, да, его Молдаван зовут. Вот у меня там, я был как-то в Молдавии, вот всех, кого я знаю с Молдавии, у них сразу там Петя Молдаван, там, Сережа Молдаван, постоянно все вот, если имя, если следующее Молдаван. И правда, что в Бурке есть места, где каждый, в Бутырке есть места, где каждый день моют пол от следов кровавых, а на утро они все равно появляются. Ты что, ТВ-3 что ли насмотрелся? Ну это все вранье, да. И ходит черный зэк, блядь. Черный зэк по хатам ходит. Сегодня в одной хате ночует, там в 3-2-5, потом в 3-2-4 ночует. Да, ходит. Маля выносит черный зэк, блядь. Призрак черного зэка. Не, ну это все вранье какие-то, блин. Эти все мистические истории, это все вранье. Вот. Да, и черный зэк, да, черный зэк ходит, цепями гремит, блядь. Тюрьма – сборище пороков. Порок – это змей,
Так в писаниях пишут, так что тюрьма – это змеиное гнездо. Ну, писание – это тоже, кто пишет писание, не Господь же написал. Дима, Мику серьезный дядька. Я этих серьезных дядек, я тоже серьезный. Просто мне смешно. Мне смешно. Серьезно он, дядька, не серьезный. Нам от этого никак. Вот. Ты не веришь в мистику, дядя? Да не, какая мистика там? Вот. У меня брат двоюродный, он там каких-то по детству каких-то призраков видел. Бабушку там умершую, там деда умершего. Короче, он видел, рассказывал, но ему никто не верил. А потом он как-то повзрослел и пропало у него это все. Опять пиздишь, дед. О, блядь, вот он достал меня. Зачем ты так разговариваешь, блядь? Я тебя удалю, и больше не будешь ты там сидеть у себя там. Плакать, где отверди меня. Макена и китаец не молдаване же. Как не молдаване? Молдаване, блядь. Начинается. Те, кого ты читал, Матфея, Лука и так далее. Да, ну читал, это ж не значит, что я им верю. Вот. Веры никому нету, даже себе. Вот. Поэтому что там? Макена тоже серьезный дядька. Да, ну давайте сейчас будем всех этих блатных Молдавию перечислять. Давайте московских блатных перечисляют. Это соревнование в том, что где-то я читал, где-то я слышал. Вот. Сейчас открою прайм-краем и начну рассказывать про молдавских блатных. Может, у него дар у твоего брата. Но он пропал, у него дар этот. Вот. Короче, сейчас он никого не видит. По детству он что-то там видел, рассказывал, а сейчас он уже никого не видит. Вот. Я знаю Япончика, я знаю Хасана, и пошло-поехало, блядь. А я знаю Таро, а я знаю этого, а я знаю Мико. Нет, мы же прикалываемся, здесь Мико Муравей. Если кто не знает Мико Муравей, это самый авторитетный украинский бродяга. Вот, Мико Муравей, вот он там выступал. Там, я, блин, если кто не видел, посмотрите, посмеетесь. Не знаю, там осталось в Ютубе это или нет, но там такой армянин он вроде армянин он был, или цыган, или армянин он был, вот. И он такой там наезжал, говорит, да я там с ворами общаюсь, я тебя, блядь, поймаю, оторву уши. Приехали к нему, нахлобучили его там. Ну, правда, да, там вчетвером или втроем они там били его. Но не сильно, на камеру не сильно били. Так, потихоньку там пощечинами надавали, удерживали его в квартире там несколько суток. Потом отпустили. Он там так испугался. Как думаешь, у Жирика был дар? У Жириновского? Нет, у Жириновского не было дара. Он просто, например, он говорит, 25 июня будет война. Не-не-не, война, потом в следующем интервью говорит, война будет 26 июня, потом говорит, война будет 24 июня. И вот много-много всякого фигни накидает, а потом что-нибудь досбывается. Что-нибудь сбывается, и он все, и все такие, они забывают, что остальное все не сбылось, что он говорил. Они выхватывают одну его мысль, которая сбылась, и вот делают из него пророка. А на самом деле, ни хрена он не пророк. Он только обложку успел прочитать. Ой, блядь, еще. Вот ему подколоть меня надо. Блядь, нахуя ты заходишь сюда? Я не знаю. Мария, они все там серьезные дядьки и тетки. Да, все серьезные. Серьезные не бывает. Лаваш ереванский, виноград кубанский, лёк-кебаб азербайджанский, тоже серьезные ребята. Да это лаваш армянский, это вообще что за тип? Я его, блядь, три раза, блядь, видел, блядь, в жизни, блядь, пиздец, блядь, аж мурашки по коже до сих пор, блядь. Не самый авторитетный был этот Ковшиш на Украине. Что за Ковшиш? Это самый-самый из всех, блядь. Да, самые-самые все. Не, ну есть серьезные дядьки, ну серьезные, для кого они серьезные? Вот сейчас 20-летнюю молодежь встретишь, на улице человек 5. Я вот недавно шел здесь, и идут навстречу, там 3 или 4 там молодых, с пивашка, сайта какие-то крутят там, этот...
народ пугают, народ проходит, оборачивается, они мимо людей проходят, там, а, вау, там, руки машут, короче. Вот что ты им сделаешь? Я вот так прошел, блядь, посмотрел на них так внимательно, блядь. Ну, ничего они не сказали. Вот. Ну, а так, по большому счету, что ты им сделаешь? Они тебя вчетвером наваляют, блядь, серьезный ты, дядька, несерьезный. Им вообще посрать. Ну, в детстве мы такие не были. Были, вот у меня, например, вот братья, которые в Ставрополе, они такие в детстве были. Они толпой били, короче, и все, им вообще срать было. А мы с Кавказа, мы словами общались. Мы больше там на блатной козе, короче. Вот, мы больше словами общались и как бы вот так воспитанные. А эти уже Ставрополе, Краснодарский край, Ростовская область, там уже... Этот, в качалку ходишь, там с детства ходишь, там банки накачал, вышел, бах-бах-бах, толпой побил кого-нибудь, забрал мобилу, вот все, гоп-стоп. Ну, там. Дед даже не слышал о них, да мне не надо никого слышать, я сам себе авторитет, мне зачем кого-то... Я понимаю, что для вас там какие-то, не знаю, там Джонни, Мони авторитеты, для меня нет, для меня я сам себе авторитет. Вот. Если для вас там кто-то авторитет, это ваше дело. Вот. Вот. Не, советую, не присмыкайтесь ни перед кем. А то, знаете, я вот рассказывал, да, пацаны сидели, узнали, что за столом вор сидит, и сразу у них почему-то у них сразу этот и голос поменялся, и, блядь, и какой-то, не знаю, как это назвать, блядь, что с ними стало, но какие-то у них вот эти, блядь. Как будто перед ними Иисус Христос или кто там, блядь, Бог появился, блядь. Вот Чебурека Бакинского я слышал, я не знаю его, я слышал. От него пацаны приезжали позавчера, вот там, привозили Греф, вот. Так и говорили, от Чебурека Бакинского. Я Исмаила Бакинского знаю, тоже там ходит по этому, с разных мест. Исмаил, да, его Бакинский. Ну, там, рассказывает, там, наколол себе здесь розу ветров одну, короче, и ходит там в бассейне, купается, рассказывает, какой он крутой, блядь. Дед серьезный, руку не поднимает, бьет слон, 100%. Старик, а ты откуда? Какой город? Я, блядь, мой город не дом и не улица, мой город Советский Союз. Родился в Грузии, живу в Москве, нахожусь в Новосибирске. Откуда я? Странно, я сам не знаю, откуда. Я везде жил. Везде жил, везде себя комфортно чувствую. В любом городе, в любой стране себя комфортно чувствую. Договариваться могу с любыми людьми, даже вот с этими хейтерами, дураками могу договариваться. Вот, за Чебурашку тоже только слышал, вот за Чебурашку. Кстати, фильм смотрел недавно «Чебурашка», так ничего, так детский, ну, веселый фильм. Ладно, будем прощаться, полчасика посидели вот, с Чебурашкой, вот, а то хейтер, уже спать хейтеру пора, там горшки стучат, звенят, гудят, вот, мама сейчас придет, скажет, ты уроки выучил, блядь, хейтер, мама, я не выучил уроки, а ну быстро уроки учи, спать ложись, вот, а хачапури тбилисского, хачапури, это, нальчинского знаю, тбилисского ткемали знаю. Я только от того, кого ты знаешь или не знаешь, только одни... А толк от того, кого ты знаешь или не знаешь, только одни проблемы. Ну да, на стрелку приехал и такой, я, говорит, знаю Валеру Валета, бля. Ах ты, Валеру Валета знаешь? На. Это есть канал «Жизнь, боль» или как-то, Антон там вроде так. И там он кого-то пригласил, пацан откинулся и рассказывает, что у них на лагере... Короче, если ты смотришь Гришу Московского, то тебя могут еще и побить, блядь, если ты в лагере смотришь Гришу Московского. Но он так рассказывал. Земляк с Красноярска. О, Красноярску, привет. Вот он рассказывал, говорит, ну там как бы не постанова на лагере, но в общем, если смотришь Гришу Московского, не дай бог от его слов отталкиваешься, то по башке получишь. Вот. Так что этот. Я, если что, буду говорить, что золотого деда знаю. Ты-то говоришь, что ты знаешь. Я-то скажу, что я тебя не знаю.
Ты там можешь много чего говорить. Если мне позволяют, я скажу, я не знаю, блядь. Знаю его как черта, блядь, конченого. И все. Если это поможет в каких-то разборках, блядь, то можешь говорить, блядь. Буду говорить, что как черта конченого знаю. Ладно, все, давайте, побежал. До завтра. Завтра стрим Чански будет. Все, короче, вот, берегите близких своих, не давайте ему употреблять наркотики, вот это химпром, блядь, Стасик Домбровский, вот земля круглая, вот, вот все, которые там что-то там, что-то плохо говорят, что-то там про Россию они говорят, ну, человека все равно выкупят, рано или поздно выкупят. Вот этого Стасика Домбровского и выкупили, блядь. Вот, блядь, как он там испугался, как он там сейчас трясется, бедный там, напугали, блядь. Этот-то щадило там скрывается от этого наркобарона, блядь. А этому куда скрыться, этому Домбровскому? Денег нету, ничего нету. Вот, на подсосе сидел у этого наркобарона. Теперь все. Деньги – зло.